Всем доброе утро. А сегодня уже огурчики срываю вообще полностью. Посмотрите, они все позасыхали. Вот там где-нибудь еще вверху. Но я уже не хочу. Уже хватит. Огурцы я уже закрутил. Ничего такого нету, видите. Ну что это? Это разве огурцы? Надо это все повырывать. Скоро уже Светланка приедет, надо порядки понаводить. Помидоры еще пускай будут, потому что помидоры еще зеленые, а на огурцы уже все. Уже нету ни одного огурчика. Сейчас я это все посрываю. Вот с этих помидорчиков я снова делаю аджику. 5 баночек у меня получилось, но этот раз я не знаю, сколько баночек получится. Я чуть по-другому сделал. Я сюда чуть добавил базилика и лука добавил еще. И чуть побольше давал перца острого. Хочу, чтобы она такое острая была. У меня уже почти минут 40 оно вот так проварится. Сейчас потихоньку буду уже закручивать. Приготовлю банки. Вышло 7 баночек. Нормально. Там 5 и тут 7. Но это такая будет острая. Зимой все пойдет. Крышки такие прикольные купил. Это красана острая будет отличаться. Такой мишка нарисованный. На этих банках такие крышечки. Прикольно нарисовали. Как раз будут они отличаться у меня. Сегодня взял, купил 10 штук. Надо будет таких побольше набрать. Мама захотела борща, я как раз все перестирал. И нет у нас бурячка. Но я потом думаю, что покупать, как у нас в огороде прекрасный буряк есть. О, какой хороший бурячок, нам большого не надо. Вот такой вот, средний. О, вот этого нам достаточно. О, смотрите, какой хороший. Этот покрупнее, мне не надо крупнее. Кабачки уже по чуть-чуть, и надо будет их выдергивать. Уже почти ничего нету. Патиссончики где-нибудь вылазят. Ну, уже все. По кабачкам, и там где-то пару кабачков есть. Помидоры еще зеленые. Ветер такой сильный, посмотрите, как поломало, погнуло. Вроде и подвязываешь, и все равно. Вроде зеленые, нормально. Ну, когда уже спеет, начинают такие цяточки черные. Ну, вот еще помидорчик хороший, по-моему. Такой бурый. О! Хороший, этот хороший, видите. Не пропавший. И там еще надо будет собрать. А здесь, видите, как оно попадает. Что жрет, непонятно. Это мама тут поставила, они находят на солнце. Это зеленый, наверное, упал. Сейчас буду варить борщик. А, еще надо петрушки нарвать. Петрушечка хорошо растет. Вот такой борщик. Петрушечка. Курятина. Как раз жиденького маме хорошо. Ну, сегодня
И ночка была. 3 часа ночи, як бабахнула, так, мама? Ти чула? Мама, як бабахнула, правда? Я чула, я ж схватила. Та ж собаки Сіла повискакували. той сидів, а ти набирав з собаками. Ну, та я вибіжав, думаю, що ж таке, воно так А сильно. я думаю, куди я буду тікати? А куди будеш тікати, куди? Нікуди, мама, не убіжиш. Що? Бо Куди там убіжиш? церкву, що я зроблю? Що вже зроблю? Чому я зроблю? Чесненько воно трактується. Дойде. Не-не, надо хоть чуть-чуть, чтобы прокипело. Бо я что кинул капусту, а плитка выбила. Она идешь нахрен чуть. Ох, баночки наши стояли, я уже перевернул. Но это вышло вообще сильно такая пекучая. Сильно будет пекучая. Но Светлана любит, я тоже люблю такую пекучую. Сегодня готовлю такое блюдо, видите. Кабачки молодые, лук. Потом помидорчики это потушу. Как бы типа, ну, как омлет сделаю. Сейчас еще помидорчики надо нарезать. Добавил сюда еще помидоры. Пускай это хорошо все протушится. Накрою крышкой. А пока я приготовлю яйца. Сбил я 4 яйца. Добавляю сюда молока. Чуть-чуть посолим, поперчим. И такой у меня твердый сыр. И натру еще сыра твердого сюда. Это Николай такой купил панчетто. Я его сейчас мелкими кусочками нарежу. Это хорошо бы макароны добавить. Ну, я добавлю сюда. И оно будет там с мясом, с этим. Оно будет вкусно. И получится, ну, не знаю, омлет или пицца такая получится. Но будет вкусно, надеюсь. Сейчас я нарежу мелкими кусочками. Вот так я добавил сюда. Оно вместе с этим протушится хорошо. И будет вкусненько, видите. По-быстрому, раз, два, и будет готово. У нас же протушилось. И вот это все мы сверху заливаем. Вот так. Накроем крышечкой. Я нарвал зелени. Чуть петрушки, базилика. Это сверху мы ретрушим. И будет вкусно. Сыр расплавится. И будет такой, как пицца. Ну, не пицца, как омлет, я знаю. Я уже раз делал, было вкусно. И вот я дал уже зелени сверху. И вот что у нас получается, видите, еще чуть-чуть должно, оно как раз подымется. Сырок хорошо расплавится и будет вкусно. Вчера купили 2 арбуза. Один Николай взял, один мы с мамой себе оставили. Ну, такой неплохой. За 2 арбуза вчера мы заплатили 360 гривен, по-моему. Ну да. Это там на Ксениевке мы покупали. Мама любит арбузы. И как раз полезно кушать. И вот что у нас получилось. Видите, как оно поднялось. Такое шикарное вышло.
Классно. Запах обалденный. Доля спит в кошелочке. А Вильчик на диване. Конечно, не глупый парень. Для чего ему в кошелке спать? В своей любимой позе спит Вилька. Принц маленький. А Чарлик с мамой на улице. Ну, Чарлик с мамой на улице. Радио слушает. Мама радио слушает, новости. Уже и Доля вышла тоже. Да ты ж видишь, что вчера творилось. Жара такая, 33 градуса, то не стало, 34. И ветер сильно, такие порывами ветрюган. А недаром вчера солнце так заходило, такое было красно-красное солнце. Да слава Богу, что ветер трошка пробивал. Ну да, так бы было бы жарко сильно. Вся сохнется, пропадала.